Всем привет, с вами интернет-ресурс Мегаобзор.ком. И сегодня вы хотели представить вашему вниманию многофункциональную Bluetooth-колонку от компании Orica, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и недорогими девайсами. Встречайте, перед вами модель SoundPlus C1. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составлен на основе данных сервиса Яндекс.Маркет на нашем сайте Мегаобзор.ком, текстовой части обзора. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой. Устройство поставляется в стилизованной упаковке из плотного картона, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплектацию включено следующее: беспроводная колонка, кабель AUX, кабель USB и документация. Корпус девайса выполнен из пластика и прорезинен. Другими словами, разработчики позаботились и о защите от попадания влаги. Однако это не говорит о том, что необходимо погружать Orica SoundPlus C1 в воду. Дизайн устройства, как нам кажется, сумеет привлечь внимание покупателей. Благодаря своим компактным габаритам, колонку можно легко переносить с собой в любое удобное для вас место. Кроме того, устройство сумеет вписаться в интерьер любого помещения. Спереди расположен информативный дисплей, на котором отображается вся необходимая информация: время, подключение Bluetooth, заряд аккумулятора, будильник. Дисплей обзавелся настраиваемой подсветкой, которая автоматически отключается через некоторое время. Яркости достаточно для использования в несолнечный день. Сверху расположены функциональные кнопки управления, которые разделены на две колонки. Верхняя часть отвечает за настройку подсветки, часов и будильника. Нижняя же отвечает за мультимедийные функции. На тыльной части девайса спрятаны динамики и встроенный микрофон, позволяющий отвечать на телефонные звонки и общаться со своими друзьями. Связь держится уверенно. Микрофон показывает неплохие результаты в работе. Собеседник слышал нас отчетливо приблизительно с расстояния 1 метр. Здесь же чуть выше размещены разъемы, которые надежно защищены: AUX, microUSB для зарядки и слот для карты памяти. Снизу можно увидеть резиновые ножки, позволяющие не скользить колонки по поверхности. Подключение к колонкам осуществляется при помощи Bluetooth либо AUX. Дальность связи, если между устройствами не будут никаких преград, составляет 10 метров. Кроме того, вы можете подключить к Orica SoundPlus C1 MP3 Player, либо вовсе прослушать музыку при помощи microSD-карты. Из дополнительных функций необходимо отметить возможность установить будильник. Понравится то, что звуки будильника можно настроить самостоятельно. Пользователям дается возможность выбрать из 4 представленных вариантов, либо вовсе использовать microSD-карту и просыпаться под свои любимые треки. Теперь о самом главном – качестве звука. Динамики выдают суммарную мощность в 10 Вт, а на выходе мы получаем отлично настроенный стереозвук. Разработчикам следует отдать должное за настройку звуковой составляющей. Приятная середина отлично сочетается с неплохо настроенными верхними частотами. Все это дополняет мягкие и насыщенные басы. Громкости более чем достаточно. Понравилось то, что даже на максимальном уровне громкости динамики не начинают хрипеть. Устройство получило встроенный аккумулятор мощностью 2000 мАч. Полной зарядки хватает приблизительно на 6 часов работы при средней нагрузке, либо около 3 часов на максимуме. Лично нам кажется, что это весьма неплохие результаты. Подводя итоги по беспроводной колонке Orica SoundPlus, следует отметить, что перед нами интересный девайс на все случаи жизни. Данное устройство можно использовать не только в качестве воспроизведения музыки, но и будильника, либо вовсе для общения со своими друзьями. Последнее, как нам кажется, больше является приятным бонусом. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественный материал и сборка, отличный функционал, качественный звук и, конечно же, приятный ценник. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства, нам выявить не удалось. С вами был интернет-ресурс Мегаобзор.ком. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Мы обязательно постараемся ответить на все ваши вопросы. Всем спасибо, всем пока-пока.